таких... Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, прислан из Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пасашок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса? Валяй двойную. Убийство, говоришь? Жди здесь. Скоро. Нет уж. Я пойду с вами. Слушай, тебе бы перестать меня бесить, если не хочешь, чтобы я тебя расхерачил на винтики. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилет давно не вносил арендную плату. Вот он это должен узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Ну, в его случае он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Thank you.
напишет. О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. Ладно, просто больше, чтоб не совал в рот вещдоки, ясно? Ясно. Это ж надо долбануться. Написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ. На наркотики. Будет сделано, лейтенант. Была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Да, я все.
полчаса, как должен быть. Доедет он. Уже скоро будет. Ударили ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбитый. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. Пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А-а-а. Куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить.
кое-что проверить. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда!